Теперь я предлагаю вам перейти к продукту СВ, так как детоксикация необходима для организма. И продукт СВ, он позволяет нормализовать обмен веществ и, как следствие, снизить массу тела. Donc le produit СВ est notre allié pour vous débarrasser de vos kilos en trop. СВ станет вашим лучшим помощником для контролирования массы тела. Pour comprendre le mécanisme de prise et de perte de poids, il me paraît important d'introduire la notion de balance énergétique. Чтобы понять схему набора или потери веса, я бы хотел в нескольких словах остановиться на понятии энергетический баланс. La balance énergétique représente l'équilibre entre l'entrée d'énergie via l'alimentation et les dépenses énergétiques via l'activité physique. В двух словах, энергетический баланс представляет собой равновесие между поступлением энергии, то есть нашим питанием, и расходом энергии, то есть физической активностью. Lorsque les entrées d'énergie sont égales aux dépenses d'énergie, nous sommes à l'équilibre pondéral. Когда эти два параметра, поступление и расходы, равносильны, здесь мы можем говорить о нормальном весе. Si les calories apportées par l'alimentation sont supérieures aux calories brûlées par notre organisme, nous allons prendre du poids. Если мы употребляем больше калорий, чем расходы, то тогда получается, мы получаем набор веса. À l'inverse, si les entrées d'énergie sont inférieures aux dépenses énergétiques, nous allons perdre du poids. И также обратно, если мы тратим больше, чем мы употребляем, то тогда наступает потеря веса. Pour maigrir, il faut donc réduire ses apports en calories et augmenter son activité physique. В идеале, для того, чтобы похудеть, нам необходимо уменьшить поступление калорий и увеличить физическую активность. Le moyen le plus simple pour perdre du poids, c'est de réduire la consommation d'aliments riches, en particulier les matières grasses et les sucres. Самый простой и эффективный способ для похудения – это скорректировать свое питание, то есть сократить употребление продуктов, богатых жиром и сахаром. Il convient également de respecter l'effet de satiété. C'est le signal que nous envoie notre corps lorsqu'il a suffisamment mangé. Одним из важных факторов является также контроль за чувством сытости, то есть научиться слушать свой организм, когда он посылает сигнал о наступлении насыщения. Et c'est sur ces trois différents aspects que le produit SV va aider notre corps. И именно на этих, по этим главным аспектам, на эти главные аспекты СВ оказывает непосредственное влияние и тем самым позволяет добиться быстрой потери веса. SV, c'est le complément alimentaire complet qui va agir sur tous les leviers nécessaires à la perte de poids. Как я сказал, СВ представляет собой биологическую активную добавку, ваш природный помощник, который оказывает одновременное действие на самые главные факторы, ответственные за набор веса. СВ va éliminer les graisses existantes et réguler votre métabolisme lipidique, ce qui va vous permettre de perdre du poids et d'affiner votre silhouette. Благодаря идеально сбалансированной формуле СВ позволит быстро избавиться от скопившихся жиров, а также улучшить жировой метаболизм и тем самым ускорить потерю избыточного веса. СВ va également prévenir l'apparition de nouvelles graisses en régulant le taux de sucre dans votre sang. Что важно отметить, что СВ также позволяет, формула СВ позволяет избежать наборы нового избыточного веса благодаря своему активному воздействию на уровень сахара, глюкозы в крови. En effet, un surplus de sucre serait transformé puis stocké sous l'état de base. Так как сахар является одним из факторов набора избыточного веса. Когда очень много сахара в крови, этот избыток сахара трансформируется в жиры. De la même manière, SV va réduire votre sensation de faim, y compris vos envies d'aliments sucrés, réduisant ainsi les entrées en calories.
СВ также оказывает положительное воздействие на чувство голода. Он позволяет снизить ощущение голода и снижает также тягу к сладкому, и тем самым позволяет снизить употребление поступающих калорий. СВ est donc votre atout majeur pour contrôler votre poids et retrouver votre équilibre pondéral. СВ – ваш надежный помощник за контроля вашим весом. Voici les améliorations apportées à la formule. Давайте перейдем к сравнению формулы Svelteform Plus и нашего нового продукта СВ. L'extrait de Garcinia Cambogia est plus qualitatif car il est riche en acide hydroxycitrique. Экстракт плодов горцини камбоджийский более высокого качества, так как он богат гидроксилимонной кислотой. La bibliographie démontre que c'est cet actif qui confère à la plante ses vertus amincissantes. Научные публикации показали, что именно этот активный компонент, содержащийся в данном экстракте, позволяет добиться потери избыточного веса. Nous avons opté pour un extrait de thé vert titré en polyphénol et en caféine, car ce sont les actifs bénéfiques pour la perte de poids. Мы также отобрали экстракт зеленого чая, в который содержит полифенолы и кофеин, и научные публикации доказали, уже давно доказали, что именно эти активные компоненты позволяют воздействовать на избыточный вес. De plus, notre extrait a un ratio 8 pour 1, autrement dit 30 mg d'extrait équivalent à 240 mg de plantes sèches. Данный экстракт имеет соотношение 8 к 1. Проще говоря, 30 мг экстракта являются эквивалентом 240 мг сухого растения. Nous avons augmenté le dosage en vitamine C et doublé le dosage en chrome. Мы увеличили дозировку витамина С и удвоили дозировку хрома. Enfin, l'enveloppe de la gélule est végétale pour convenir à tous les consommateurs. И как во всей гамме Project V, мы заменили оболочку капсулы, перейдя на растительную оболочку капсулы. Concernant la Garcinia Cambogia, la bibliographie scientifique précise que l'acide hydroxycitrique, qui est le principal actif de la plante, va aider à contrôler le poids. Что касается экстрактов плодов горцини камбоджийской. Как я вам говорил, научные публикации уже давно доказали, что именно содержание гидроксицитриновой кислоты позволяют активно воздействовать на организм и добиваться быстрой потери избыточного веса. Il va permettre de réduire la sensation de faim, y compris les envies de sucre. Он позволяет снизить чувство голода, и снизить тягу к сладкому. Il permet également de maintenir un taux normal de sucre et de graisse dans le sang. И тем самым активно контролирует уровень содержания сахара и жиров в крови. Concernant le thé vert, du fait de sa teneur en caféine et en polyphénol, il va aider à contrôler le poids. Экстракт зеленого чая. Активные ингредиенты полифенолы и кофеин позволяют контролировать вес. Il contribue également à l'oxydation et l'élimination des graisses. Активно участвует в сжигании и, самое главное, в выводе жиров из организма. Il favorise le métabolisme lipidique. Улучшает жировой метаболизм. Il aide à entretenir des taux sains de glucose. Позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Et à réduire l'appétit. И еще один главный фактор воздействия, он снижает аппетит. Concernant le fucus. Le fucus va aider à accroître la sensation de satiété. Фукус пузырчатый, который содержится в данном продукте, позволяет прежде всего ускорять наступление ощущения сытости. Il va également aider à réduire la fatigue. Снижает наступление усталости, которая появляется часто в моменты перестройки организма.
Il va vous aider à mincir et à réduire le poids corporel. Таким образом, данный ингредиент позволяет ускорить, улучшить потерю избыточного веса и улучшить уровень вашего физического тонуса. Notre choix s'est porté vers une poudre de fucus. Et il était également important de noter que notre fucus est récolté manuellement en France lorsqu'il arrive à maturité. В данном продукте мы отобрали пудру фукуса, и я бы хотел уточнить, что данный фукус произрастает во Франции, и мы его собирают вручную в момент его полного созревания, что очень важно для данного вида растения. Quelques mots sur le chrome. Donc, le chrome contribue au maintien d'une glycémie normale. Хром, о котором я уже упоминал, в который входит в состав данного продукта, его главное действие в данном продукте – это то, что он участвует и позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Nous avons opté pour du picolinate de chrome car il bénéficie d'une meilleure biodisponibilité. Autrement dit, il est plus facilement assimilable par l'organisme. Мы решили использовать в данном продукте пиколинат хрома. Это вид хрома, который обладает более высокой биодоступностью. Иначе говоря, данная форма хрома наилучшим образом абсорбируется в организме. Pour ce qui est de la vitamine C, elle contribue à un métabolisme énergétique normal. Что касается витамина С, он активно участвует в энергетическом обмене организма. SV et D sont donc deux produits complémentaires qui répondent à vos besoins en termes de rééquilibrage alimentaire et de purification de votre organisme. Оба продукта, SV и D, являются биологически активными добавками, которые способны ответить на ваши способны дать ответ вашим потребностям для того, чтобы сбалансировать ваше питание и, самое главное, глубоко очистить ваш организм. Consommer SV et D va vous permettre de réduire vos entrées énergétiques. Регулярное употребление СВ и Д позволит снизить количество употребляемых калорий. D'éliminer les graisses corporelles. Самое главное сжечь и избавиться от избыточного веса жира. De prévenir la prise de poids. Предупредить новый набор избыточного веса. De détoxifier le corps. Совершить глубокую очистку вашего организма. De stimuler les organes tels que le foie et les reins. Стимулировать и улучшать работу таких органов, как печень и почки. Et enfin, de renforcer vos défenses naturelles. И, наконец, укрепить иммунную систему организма. SV et D s'inscrivent dans la lignée de la gamme Project V, la ligne de compléments alimentaires qui prend soin de vous. SV et D – продукты, которые мы производим в рамках гаммы Project V, гаммы, которая позволяет вам заботиться о себе благодаря природе. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Merci à tous pour votre attention. Большое спасибо за ваше внимание. Надеюсь, вам было интересно. Bonne journée à tous et au revoir. Всем хорошего дня, всего доброго, до свидания.